Не думал снимать видео, но решил снять, может кому-то пригодится. Взял матку, уже плодная матка из гнезда, чтобы подрезать крылышко и пометить. И она взлетела. Взлетела, ну еще недавно только спарилась, только начала сеять. И взлетела, ну и думал, все уже, ну, пропала матка. А нет, она взлетела, полетала и села на это же место, где, откуда у меня с рук взлетала. На пол прицепа. Ну вот, короче, может кому-то пригодится, так что имейте в виду. Плодная матка не улетит куда-то далеко, если она здесь взлетела и хорошо взлетела. Был случай, что взлетела и куда-то улетела вдаль. Ну, естественно, тогда и упала потом где-то, которая плохо летает. Ну, а вот это вот, как видите, вернулась на то же место, откуда взлетела.